Всем Line, вы на канале Artline, и сегодня я вам покажу вещи, которые никто не заметил в обновлении 3.6.0 в Chicken Gun. Но перед тем, как я вам покажу эти вещи, подпишитесь на канал и поставьте лайк, помогите мне добить 30 тысяч. Вещь первая. Ну и для того, чтобы нам найти первую вещь, которую никто не заметил в обновлении, нужно зайти в магазин и применить вот эту вот обезьяну. Ну а если вы не знаете, как найти обезьяну и цирк, в котором она сидит, то смотрите вот это видео. Ну а дальше все просто. Вам нужно зайти или в дуэли, или в тимфайт, вообще в любой режим, где есть враги. Так, ну и вот я уже на сервере, давайте присоединимся к этой команде. Так, ну и в чем, собственно, заключается суть этой вещи, которую никто не заметил? Ну и для начала нам нужно найти противника. Да ё-моё, я никого не могу найти по серверу. О, есть, наконец-то я хоть кого-то нашел. Так, ну и что нам нужно делать, чтобы заметить вещь, которую замечает всего лишь 1% игроков? Мы просто подходим к противнику, и у нас обезьяна начинает орать и стучать в свои тарелки. Ну и вот такая вот прикольная штука у нас есть на рюкзаке в виде обезьяны. Ну и эта обезьяна точно так же кричит и бьет в тарелки, когда на тебя нападают мобы. Ах да, совсем забыл, вот такой вот звук она издает, когда кричит. Ну а мы погнали ко второй вещи, которую никто не заметил в обновлении. Вещь вторая. Вы уже видели новую местную курицу в обновлении? Если нет, то я вам сейчас покажу. Заходим на карту Town 3F или же на карту Town 3, и я думаю, вы все знаете, как ее призвать. Если вы не знаете, то тут все просто. Заходите в настройки телефона и ставите время 0:00. Дальше заходим в вот этот дом и становимся вот этот вот угол. И у нас заспавнилась мясная курица, вы ничего не замечаете? Ладно, сейчас детально покажу. Вот смотрите, вот это вот новая мясная курица, а вот это вот старая мясная курица. И да, как я думаю, вы уже все догадались, что в новой мясной курице поменялись глаза. Они стали более широкими или больше. Вещь третья. Ну а третья вещь, которую никто не заметил в обновлении, это маяк. Да, это тот самый маяк, который находится на карте Town 4. Я думаю, вы все там были и жаловались на разработчика, почему он прозрачный. Ну и как вы думаете, разработчик лошок или нет? Он добавил ему текстуры или нет? Ну и вот мы заходим в маяк, и что мы видим? Он непрозрачный. Респект разрабу, ну а мы летим дальше. Вещь четвертая. Я думаю, вы хоть раз играли на карте Town 3F или на карте Town 3. Так вот, заходим на эту карту. Вот мы зашли на карту, и вы ничего странного не замечаете? Этот дом или же магазин всегда был синим. Ну а в обновлении 3.6.0 разработчик зачем-то его перекрасил в красный. А, да, и в этом магазинчике находится пасхалка на Дэна 19К. Разработчик так поздравил Дэна с 1 миллионом подписчиков. Ну и странно, зачем разработчик покрасил этот магазинчик в красный цвет, мог бы покрасить фиолетовый. Это любимый цвет Дэна, что понятно по его аватарке. И еще один факт. На аватарке этой карты дом всегда был красный. Ну а мы погнали дальше. Так, тихо-тихо, куда дальше? Уже конец ролика. Если тебе понравилось это видео, поставь лайк и подпишись на канал. Помоги мне добить 30 тысяч. Ну и всем пока!